Юрта в прошлом году вошла в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, список, и вошли казахские тюи, исполнение тюев на Домре. Юрта, она уникальна, действительно, вы правильно сказали, почему, потому что создание юрта – это отдельное ремесло, оно оттачивалось тысячелетиями, это одно из первых жилищ человечества вообще. Сама юрта, она состоит из деревянного каркаса, который накрывался кошмой. Основой юрты являлся шинрак. Это купольное отверстие наверху, окно, единственное окно в юрте, можно его назвать.